Вы все еще платите за бесплатное образование. С вас требуют взносы в фонд школы и класса. Вы сдаете деньги за прием ребенка в детсад. Бесконечные поборы стали в тягость. Тогда вы должны знать. Бесплатное образование гарантировано Конституцией Республики Молдова. Обязательных плат в государственных школах и детских садах нет. Государство выделяет в год на одного ученика в школе до 7 тысяч лей, на одного ребенка в детском саду до 10 тысяч лей. Все денежные поборы незаконны. Бесплатное образование – это не услуга, это ваше право. Вы и дальше будете платить за бесплатное образование.